Слава Вашингтон представляет. Эй, Якубович, блядь, как ты поживаешь тут? Хуй ты жрёшь семечки? Встал? Встал? Встал, я сказал. Встал, Якубович. Поднимайся, блядь. Так, ладно, по ебальнику. Как? Как так получается? Он что? Якубович, ты что? Привидение Якубовича! Как так получилось? Ты рот свой, блядь, закрой вообще. Уезжай отсюда, блядь, побыстрее. Ладно. Добрый день, дамы и господа. Я вас категорически, сука, приветствую на канале Слава Вашингтон. И мы продолжаем проходить GTA 4. В прошлой серии мы убили... Какого этого... Ухажера дочери мистера Фаустина. Что-то там мы еще сделали. Здорово. И что-то интересненькое еще мы там поделали. Но мы сейчас отправляемся к... Ага, нам звонил в прошлой серии Дмитрий и сказал, что... Не, он писал сообщение, что типа давайте встретимся. Давай встретимся, и мы сейчас поедем навстречу к нему. А вот мы уже и приехали. Далеко-то не пришлось ехать. Дмитрий. Привет. Садись. Что у нас за проблема? А ты как думаешь? Михаил? Мистер Фаустин. Ага. У тебя есть выбор. Убить своего лучшего друга или умереть. Что бы ты сделал? А другого выхода нет? Теперь нет. Особенно после того, как ты убил сына Петровича. У тебя семьи нет, ты можешь бежать. Куда бы ты ни отправился, тебя всегда смогут найти, если очень сильно этого захотят. А сейчас они жаждут крови. Но вас с Михаилом так много всего связывает. Это точно. Я убил мальчишку, они хотят убить меня. Нет. Я сказал им, что ты не наемный убийца. А они ответили, что если ты человек, который убьет Михаила, тебя не тронут. Ха-ха. Вот значит как, да? Ха-ха. Да, выходит, что так. Скоро он выйдет из дома и направится в клуб. Сделай то, что должен. Знаешь, одно я усвоил точно. Мы должны соблюдать правила игры. Можем играть в игру Ника Беллик, но мы не можем изменять ее правила. Увидимся. Силейтер, нахуй. Давай, блядь, дрожочек. Мой пирожочек, блядь. Поезжайте в клуб Фаустина. Ну, поехали, чё. Вот кто-то грамотный. Молодец, умничка. Припарковал нашу прекрасную автоинспекцию. О-о-о, растаманы мои едут. Камаджина, камаджина, растаманская движуха. Короче, ребята, предстоит нам, я так понял, из разговора, что надо завалить мистера Фаустина. Слишком он, от него, видимо, много проблем. Слишком он дерзкий чувачок. Не нравится он, походу, никому. И надо его устранить. Он с охраной, естественно. Естественно, он с охраной. Куда же, как по-другому. Фаустин в клубе «Перестройка». Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо. Тихо. Идем на разборочки, да?
Нико. Ника. Нико Белик. Ночь. Ника Белик. Вы с Дмитрием решили занять мое место, да? Дело совсем не в этом. Ты сам во всем виноват. Ты позволил себе зайти слишком далеко. Если бы не я, ты бы уже был мертв. Собственно, когда ты убил Влада, Дмитрий так и собирался выступить. Дмитрий. Мой брат. Видишь? Эта татуировка означает, что мы с ним братья навек. А он взял и предал меня. Ты не оставил ему выбора. Нужно было быть спокойнее. Никому, даже Дмитрию, не позволено успокаивать меня. Думаешь, Дмитрий выжил бы в тюрьме без меня? Да если бы не я, бы ему домашним петухом там быть, то бы оторвались вместо здоровяки. Я еще не умер. Есть еще преданные люди. Охрана, блядь! Нахуй с пляжа! Не собирайся с вами танцевать здесь! Люди, на помощь, блядь! Пиздец! Ай-я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 й! Дорогуша, ты моя! Не хочу я с вами... Ой-ой-ой-ой-ой! Как вы тут... Какие вы грамотные ребята-то! Нихуя себя окружили! А я на такой не рассчитывал. Ладно, повоюем. Повоюем. Что, придется воевать? Постреляем. Постреляем, ребята. Так, что-то мне там в прошлой серии говорили. Можно как-то переместиться сразу на задание. Только я... Попробовать еще раз. Вот. Вот. Поезжайте в клуб Фаустина. Красиво? Красиво сделал, да? Чтобы никого не задерживать. Так, машинку, пожалуйста, предоставьте мне. Тихо, 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 родная. Спокойно, родная. У тебя четкая автомобильная инстанция, которая мне прям очень заходит. Хороша плетка. Я у тебя музон тут жесткий. Альтернативщик. Ай, хороша. Какая плеточка прекрасная. Что ж, пробуем заново. Так, два сообщения мне пришло от кого-то. Давайте посмотрим, что... Ника, у тебя нет права на ошибку. Михаил опасен. Я оставил тебе... Че оставил? Броню за углом клуба. Она тебе пригодится, я так понимаю. Твой друг Дмитрий. Ага. Да и не туда, блядь. Так, еще сообщение есть? Брюси нам написал. Ника, ты такой крутой чувак, ты должен попробовать себя в народах мстителях. Знаешь, копы начинают... нанимать людей втихаря. Платят им за грязную работу. Залезь в полицейский компьютер, посмотри сам. Обязательно, блядь, но только не сейчас. Так, он говорит, тут есть какой-то броник. Броник нам это, конечно же, нужен. В такой ситуации точно нужен. Красавчик Дмитрий. Просто Дмитрий, красавчик. Взял нам, оставил по-братски. Умница, блядь. В прошлый раз я что-то не заметил. Так. Ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Тихо. Тихо. Хорош. Ой, как опасно. Как опасно, нехорошо. Есть у меня еще оружие? Так, получилось. Хорош.
Ай-яй-яй. Собака сутулая. Так, пока мы еще вроде... Ай! Собака, кто? Кто откуда? Где? Откуда выстрелы? Ай, блядь! А, вот мразь сидит. Сучара, крыса. Да хуже перезаряжается так не вовремя. Чики. Бля, вот снайперская, ой, точнее, как же это была грамотная была пушка. Ай, собака, сидеть. Так, нам куда? Сюда, на выход. Сюда. Отлично. А дальше, ой, здорово, жирный. Сидеть, собак. Ух ты, бабла сколько у него. Молодец, богатенький сучонок. Так, а нам куда дальше-то, я не мог понять. А, я вижу. Давай отсюда. Дергай. Эй, или подожди, что-то я не пойму. Он не ушел? Задание не провалено? Блять, задание провалено, походу, да? Дмитрий, сбежал от меня, он все еще жив. Он знает, что я имею к этому отношение. Как ты мог быть таким беспечным? Что мне теперь делать? Блять, ребята, я что-то сам не заметил. Сам не заметил, как он так ушел. Честное слово. Пробуем еще раз. Что делать? Да, блять, пока с этим перестреляешься там, блять, уже все. Блять, оружие надо какое-нибудь пограмотнее. Ой, вот этот таран. Да, блять! Съебался отсюда, поле чудес ты, ёбаный. Вот это тарантайка у него. Сильная, конечно, да? Ржавеющая такая легенда. Ёба переделать, покрасить. И вообще просто пушка будет. На экзибиту надо ее отдать. И он из нее конфету сделает. Дивей. Я мама. Хорошо. Так, а этот остался-то? Оп, отлично. Да, оружие мне, конечно, слабовато с оружием. Лохи! Девина, караоке! Ненавижу караоке. Ай-яй-яй. Да давай. А, помогите, блядь. Давай. Stay down. Хорош. Давай, родная, давай, нету времени на все это, давай. Ой. А, блять, не вижу. Давай, догоняй. Блять, завалили! Вот как же так, а? Да, блядь, перестреливаться с ними там тоже. Блядь, пушку помощнее надо. Так, давайте-ка сделаем так. Мне это совсем не нравится, вся эта движуха. Карту дайте мне, быстро. Смотри, вот, рядом оружейка. А мы тупим-то. Оружейка, вот она, под носом. Где? Как ее? Карта, дай мне оружейку. Так, добираемся до оружейки. Берем что-то побольше, помощнее. И все, и будет все, думаю, на мази у нас. А так мы, конечно, будем долго копаться. Без дополнительного оборудования. Так, мы побыстрее все сделаем, пограмотнее, однозначно.
Иди, блядь, отсюда своим зонтом. Уе себе, вот это фокусник. Охуеть, это же, блядь, циркачка. Ты куда пошла? Покажи еще раз всем. Покажи, как ты это сделала. Хуя себе, вы умеете так? Хуяк на зонт встал, а я встану на зонт? Ну-ка, сможем на зонт встать? На зонт встанем? Да давай, еще раз. Ну давай, запрыгни. На зонт сможешь встать? Не, мы так не можем, слышишь? Это она вот реально профессионал, блядь. Просто мастер зонта. Здорово, жирный. У тебя что-то появилось пограмотнее? Или все так же? Блять, образец скоро продажи. Ну что это за мудак-то такой? Это тоже скоро в продаже? Нет, тут хоть 500 баксов. Конечно, он мог нам на халяву достаться, но ничего. Так. Дробовик. Скоро продажи. Скоро продажи. Скоро в продаже. Ой. Жирный, ты какой-то бесполезный. Это тоже скоро продажу? Господь ты, Пресвятой Богородец. Как же ты такой, блядь, несчастный. Так, давай, ладно, тогда. Ну-ка, вот это тоже в продаже скоро. Ладно, давай вот этого наберем. Покупаем. Давай еще. Еще. И еще. 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 Ника, это Роман. В пул сыграть не хочешь? Нет. Извини, братишка, сейчас мне некогда резаться в пул. Хорошо, старик, в другой раз займемся. Конечно, блядь. Надо, думаю, сейчас не жалеть. Тысяча патрон иметь надо. Это будет хорошо. Это будет хорошо. Спасибо, братишка. Теперь... Так. Сможем начать? Да, сможем. Отлично. Все, сейчас сразу отправляемся на место встречи. Патрончики у нас хорошенькие имеются на УЗИшке. Это прекрасно. Подожди, блядь, такси. Куда ты, сука, без меня? Эй, Чиполлино, блядь, давай этот грузовичок. Что такое андеграунд, ребята? Йоу! Йоу! Е-е-е! О, припарковываемся под музычку. Красивенько. Ну что, потанцуем теперь с новой пушкой. С новой пушкой, я думаю, у нас пограмотнее все будет. Тихо, тихо. Бери пушку, бери пушку. Есть, есть контакт. Сидеть, сидеть. For reason for you. Парни, вы мне здесь нужны, блять. Твой последний час пробил. Вот это другой разговор. Ах ты, сучара. Релакс, релакс, поймали? Солен, солянка, блядь, вкусная сегодня, садитесь за стол. Так, вот здесь внимательно сейчас. Хорош. Блядь, не вовремя перезаряжаться. А-а-а, чё ты орёшь? Факес. Давай. Да, блядь, что ты, сука, такой громотей-то? Блядь, зайди на лестницу. Хватит орать. Хватит орать. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Тихо. Не кричи. Все. Вот и все, ребята. Вот так это оказалось просто с новой пушечкой. Просто надо было купить хорошую, прекрасную пушечку. И все, и мы разобрались с этим чердаком. Фаустин мертв.
Ты сделал доброе дело. Тяжелое, но доброе. Надеюсь, это положит начало миру с Петровичем. Надеюсь. Вот и все. Дмитрия... Ой, точнее этого. Мистера Фаустина больше нет. И его задание мы выполнять тоже больше не будем. Так что будет у нас новые персонажи. Сейчас будем работать с кем-то другим. А, с Петровичем каким-нибудь сейчас будем, наверное, работать. Хотя и не факт, не знаю. Все это мы узнаем, но позже. Выйдем из этого закоулочка, из этого клуба. Я тебя прощаю. Ты хотел выпить? Заходи. Бери все, что хочешь. Я угощаю, угощаю. Не переживай, старик. Я тебя не буду обижать. Посиди, выпей, подумай о жизни, блядь. О! Здорово! Куртку дашь мне? Чё стоишь, тупишь? Куртку дай, блядь. Я нихуя не понимаю. Вачгам гон. Куртку дашь? Где куртка моя, дура, блядь? Куртка где? Куртку отдай, блядь! Воровка! Воровка! Excuse me, не прокатит! Куртку, блядь, отдай! Все, ладно, гуляй, блядь. Я уже забрал ее. Перепутал, она все-таки на мне. Так, что? Давайте посмотрим на карте, что. Где у нас задания нас поджидают? Или, наверное, судя по всему, надо кому-то звонить. Потому что я на карте ничего не вижу. Значит, звоним по телефону. Ищем себе работу. Контакт. У нас есть Брюси, у нас есть Дмитрий, у нас есть Малый Джейкоб, у нас есть Мишель, Роман, Фаустин. Фаустин, все. До свидания, как говорится. Давайте Дмитрию тогда звоним. Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию и брат Колоб. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню. Понятно всем? Вот такой вот типчик. Вот такой вот тип. Ладно. А если Фаустину позвонить, что скажут? Привет, это Михаил Фаустин. Перезвоните, когда я буду доступен для делового или личного разговора. Или оставьте мне сообщение. Ладно, это мы так по приколу позвонили. А теперь... Ну давайте Брюси тогда позвоним, не знаю, может у него какая-то работа есть. Говорит Брюси, у меня тут жизнь кипит, да такие дела, оставь сообщение. Блять, вы чё, прикалываетесь? Привет, принцесса. Просто все прикалываются, походу, да? Все оставьте сообщение, просит. Ну, давай брату звони, чё? Сейчас позвоним. По поводу работы. Там же и несколько вариантов было, получается. Работа. Да, да, мы вы позвонили по номеру Романа Белика, но это вам и так известно. Оставьте сообщение. Блин, что за жесть? Я ничего не понимаю. Ладно, давай, малыш Джейкоб. Так, дартс, бар, ресторан, пул, шоу, стрип-клуб. Что-то про работу ни слова. Ага, йоу, я занят. Блин, что-то не круто, слышь. Чё здесь трёшься, Джики, блядь? Так. И что делать тогда? Что-то я не... К такому я готов не был повороту, ребята. Что-то мне это не устраивает. Как же быть-то тогда? Куда идти, блядь? Кто даст, кто подаст, кто расскажет, кто подскажет, где работу мне найти. Кабаре, цвет за бабки. Кабаре, блядь, наливай, сука. Автомойка, интернет. Ну, интернет мне не нужен. Русский магазин, ресторан, квартира. А вот это боулинг. Да, что-то... Как же так-то? Ребята, не понимаю.
Дмитрию звонили, Брюсе звонили, Малышу Джейкобу звонили, Роману звонили, Фаустину звонили. Может, Мишель позвонить? Привет, Мишель, это Ника. Слушай, не хочешь куда-нибудь сходить? О, это ты. Я уже и не чаяла. Конечно, с удовольствием. Заезжай со мной в течение часа. Супер, через часок увидимся. Зайдите к Мишель до 13:30. Нахуй бабка пошла, мозги ебешь. Не, это какие-то любовные истории, блять, это не то. Мне работа нужна. Нужна работа. Вот в чем проблема-то. Что-то совсем. Мне нужна была работа. Дмитрий, давай, блять, очнись. Ты че? Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию и Браскову. Беда, ребята. Что делать-то? В комментариях вам придется мне подсказать. Попал я в странную ситуацию. В странную ситуацию я попал. Просто для проверки съездим к этой девчонке Мишель. Может быть, что-то там закрутится. Не в плане отношений, а в плане того, что может через нее как-то начнется новая миссия. Кто его знает? Вряд ли, конечно, но попробовать стоит. Сорян. Если она, конечно, сейчас будет всякую херню просить заниматься, то это надо сливаться с этой движухи. Потому что она же дочь Фаустина, и может быть что-то закрутится через нее. Кто его знает? Всякое же бывает. Рада тебя видеть. Ну давай, поехали. Отвезите Мишель куда-нибудь. Куда-нибудь. Ну, понятно, короче. Просто левая, ну, левый движ. Это что такое? Клакенбелл, блядь. А, это типа хавка. А это что, кабаре? Ну, поехали в этот Клакенбелл, блядь. Пожрём, наверное. Country is strange, and your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble, though, doesn't he? Ладно, сейчас ее отвезем. Может, через это как-то закрутится что-то. Я не знаю точно, но надо что-то делать. That would really scare me. Organized crime, I mean. Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman will make money. Love places like this. Обожаю такие кафешки. Прекрасная женщина. Отвезите. Все, уже пожрали? Все, ребята, от души я погнал. Кошмар, поверить не могу, что съел всю эту дрянь. Сама себе за базар не отвечаешь. Говорит, я обожаю такие кафешки, а уже дрянь, оказывается. Че ты, блядь, под колеса лезешь? Напилась, блядь, что ли, сука? Ей больше не наливать. Дурья голова, блядь. Че орешь? Спокойно. Чик-чик-чик. Чик. Па-па-па. Yeah. Так, чтобы попытаться счастье, чтобы попытать счастье, нажмите Enter. Чтобы попрощаться, нажмите. Не хочешь пригласить меня к себе? Ну, на кофе. Я бы пригласил тебя на кофе, но это обойдет тебе, скажем, в 20 миллионов долларов. Как скажешь. Ну, может, хоть поцелуемся? А ты не скромных. Опа. Зашла, зашла. Ха-ха-ха. Но это, конечно, это все весело, блядь, но это нам, это абсолютно не то, что нам нужно было. Это все детские шалости, блядь, а нам нужна работа была.
через нее ничего не получилось. Что-то совсем как-то не здорово, ребята. Контакты. Перезвоним еще кому-нибудь. Говорит Брюси, у меня тут жизнь кипит. Да такие дела, оставь сообщение. Короче, беда. Беда, ребята, конкретная. Малыш Джейкоб, давай. Звоним, еще раз пробуем. Ага, занят, потом перезвони. Короче, походу, ни хера не изменилось. Все на том же месте. Роман Фаустин. Давай, давай, родной. Роман, как там с заказами? Ника, ты отличный брат. Я рассчитывал на твою помощь. Приезжай забрать машину из парка. Так, отправляйся на Хервис Хайтс и забери клиента. Довези клиента до станции Мидл Хиллз. Найдите машину Романа, чтобы подобрать клиента. Вот это другой разговор. WhatsApp, WhatsApp, Нига, WhatsApp, Нига. Вот это другой разговор. Роман очнулся, уже прекрасно. Значит, едем работать. Потаксуем там немножко. Ничего страшного. Нам главное, чтобы была какая-то работенка, чтобы в дальнейшем зацепиться за следующее задание. Бери-б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 ери. Дудочка, ты опять пришла? Пресвятая ты моя Богородица, прекрасная, блядь. Подуди там, подуди немножко, пока я отсутствую. Так, подберите клиента в Кервис-за-Хайс. Ой, Дуденок, ты опять пришел? Господь ты мой, родной. Дудка! Кудзи, 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 ага, кудзи. Джилемангми, джилемангми. Из хаус. Пам-пара-па-па-па-па-пам, барабанчики, блядь, стучат. Ой, прошу прощения вас, молодой человек. Прошу прощения, немножко засмотрелся не туда. Зомби-о, зомби-о! Зомби-зомби-о! Зомби-о, бэ-бэ-бэ! Ока, с тобой, го-го-го-го! Ой-ой-ой! Фоу, придурок! Зомби-зомби-зомби-зомби-я! Зомби-я! 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 Зомби-зомби-зомби-зомби! Так, вот мы и приехали. Просто такси работаю. Это тогда будет, конечно, не очень грамотно. Отвезите клиента к станции Middle Hills. You see me here, блядь. Зомбия, зомбия. А мы едем под зомбия, зомбия. Аджу-раджа-раджа. Спокойно, чё ты такой кипишной? Ты не кипишуй так много. То высажу тебя, блядь, отсюда. Пойдешь пешком. Finally, cheese! Улыбайся почаще. Работа сделана, Роман. Я очень ценю, что ты делаешь, брат. Если нужна халтурка, у тебя есть мой номер. Блин, и все, что ли? Голя-джа, голя-джа. Нет, это не здорово. Нет, так... Я не рассчитывал... Ой... Какая, а? Какая хорошая. Ну, посмотрите просто. Это же искусство. Какая прекрасная машина. Может, кто-то все-таки очнулся? Давайте еще раз попробуем позвонить. Ага. Дмитрий, мои деньги у тебя? У меня. Встретимся на складе в центре брокера на Мохане. Приходи один. На Мохане наш Дмитрий... Поэтому мы отправляемся к нему. Открывай ее, блядь. Тихо. Красоту эту забирай. И поехали.
Блять, малыш Джейков. Здорово, чувак, йоу, слыхал, ты серьезно насолил русским? Да нет, тут только один стал возникать, собственно, он уже в могиле. Я собираюсь встретиться с Дмитрием, чтобы рассчитаться. Йоу, Нико, ты все-таки посторожнее, что ли? Я-то знаю, что ты крутой напарник, эти фирменные паскуды. Я не боюсь. Йоу, йоу, что не видел глаза, почувствуй сердце. Я с тобой, куда идти, йоу-йоу-йоу? Склад на Мохане. Знаю такой. Я тебя прикрою, йоу-йоу. Сделай так, чтобы полиция прекратила вас искать. Я делаю. Все, сделал. Найдите малыша Джейкоб в районе Исхук. А, это все. Я понял, это случайно. Джейкоб, получается, не случайно звонил сейчас. Это все было как бы задумано. Так и должно было быть. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Аккуратненько. Get it in smoothie! Mushroom! Avocado! Macahao! Let's go! Ой, 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 ой! Shamara! Down, baby! Гимнокли! Мюзу! Гимнокси! Ага, бэби! Гимнокли! Это лив ми! Я! Я! А куда мы йо-йо? Здесь блю! А сюзу! Ай! Ну куда ты, блядь? Самосвал ты ебучий! Все, блядь, обосрал. Всю движуху. Вот эту берем. Садись давай, блядь. Так, все, приехали. Смотри в оба, понял? Я себе, йоу-йоу, не переживай, малыш. Не переживай за тобой. Йоу-йоу-йоу. Эй, Нико. Эй, Ника, рад, что тебе удалось совсем разобраться. Да уж, деньги привез? Разумеется. Я просто еще раз хотел сказать тебе, как мы с моими боссами благодарны тебе за то, что ты сделал. Хорошо. Да. И еще, я кое-что хотел уточнить. Валяй. Ты ведь Ника Беллик, правильно? А что? И ты работал на Средиземноморском побережье и тайно переправлял людей в Италию? Не понимаю, о чем ты. Но ты налажал. Я остался должен кучу бабла. Ты обчистил моего хорошего друга. Привет, Ника. Привет. Мистер Болгарин? Где наши деньги? Не знаю, я у тебя ничего не крал. Правда? Нас взяли на расстоянии мили от берега. Мне пришлось грести изо всех сил, чтобы выжить. Я не знаю, что произошло. Я сам чуть не утонул. У меня сердце крови обливается. Я сделал все, что мог, я не облажался. Убери его нахуй, блядь. Ааа, пидорас. Так, 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 так. Что-то неприятная ситуация. Так, это противник? Нет, это наверное, это малыш, малыш Джейкоб. Ой, красиво. Good day, хорошего денька вам, пидораса. Не бояться идти в расстрел. Блин, у них такие же пушки-то. У них такие же пушки. Так, 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 так. Перемещаемся. Хорош, хорош. Есть контакт. Есть контакт. Черт подери, эти парни сверху достанет. А, сверху. Хорош, хорош. Дофига народа, Ника, сейчас нам хорошенько наваляют. Йоу-йоу-йоу. Ничего, ничего, не бойся. Сейчас мы попробуем разобраться. Сейчас попробуем разобраться. Что к чему. Хорошо. Хорошо.
Так, давай, давай, давай. Выбегай отсюда. Да, блядь, встань ты. Хорош. Так. Так, перемещаемся потихонечку. Потихонечку перемещаемся. Е-е-е. Ой-ой-ой, тут их целая толпа. Солен, солянку подавай. Соляночку подавай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как симпатично. Тут все. Хорош, хорош. Малый Джейкоб ранен, черт. Давай, 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 давай. Fuck you, fuck you. Так, сколько у вас там еще? Так. Так, 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 давай. Кто там? Ну. Есть кто? Ой, Джейкоб, Джейкоб, малыш, прошу прощения. Не заметил, не заметил твоего прекрасного лица. Давайте, давайте, где, где кто? Ага, надо было продвинуться дальше. Эти побежали куда-то. Срань господня, Вавилон, нам нужно мотать отсюда. Бля, мусора. Ника, разберись с парнями наверху, они меня сейчас изрешетят, йоу-йоу-йоу. Хорошо, хорошо. Ай-яй-яй-яй. Держись, блядь. Давай, 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 встань, встань. Хорош, хорош. Хорош. Кто там у нас еще? Не, полицию нарваться не надо. Get on the way, get on the way, блядь. Твою мать, а. От кого бежим? Джейкоб, куда? Говори, что делать? Я не понимаю, блядь, субтитры мне дай. Что тебе надо, блядь? С мусорами воевать это без вариантов. Где, блядь, кто? Ты можешь показать мне? Где противник? Ай-яй-яй. Петушиная морда. Yes, Randall, yes, Randall. Подойдите к машине и спрячьтесь за ней, нажав Q. Но это я и так знаю. Где он? Малый Джейкоб, чё тупишь? Нам, походу, надо уже отсюда... Нам, наверное, надо валить отсюда. Пошли. Пошли, хватит стрелять. Пойдем, выйди на улицу. Посмотрим, что там. Эй, отдуй назад в кафе. Смекаешь, только нужно покинуть эту вавилонскую тачку. Усёк. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Садись, сади. Йоу, найди мне тачку. Сделай так, чтобы полиция прекратила нас искать. Сейчас будем пробовать сделать так, чтобы нас перестали искать. Две звездочки, это, в принципе, не так страшно. Хорошо, идем, хорошо. Йоу-йоу-йоу, Нико, братец, братец, братец. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ух, да, согласен, эжи-го-го-га. Йоу, чувак, теперь, когда ты стряхнул вавилонского чувака, йоу, да давай назад в кафе, мне надо еще дунуть. Да, после такого можно и не раз дунуть. Это... Отвезите малыша Джейкоба назад в его кафе. Короче, Дмитрий Сучара оказался, подстава. Мышиная морда оказалась, Дмитрий Сучара. А я так надеялся на этого Дмитрия, вроде казалось нормальный чувак, а он петух. Да, Дмитрию надо хорошенько пиздюлей вставить за его подставы. Yeah.
Да. Фаустина завалили, Дмитрий не получился. И я так понял, что вот эти как раз появились два чувака, наверное, которых, про которые рассказывал все время наш персонаж главный. Что он когда-то работал с этими людьми, где-то или в армии, что ли. Они там служили вместе. И они его подставили. Я поговорю с плохишом, йо-йо, а ты пока не высовывайся. Позвони Роману и валите отсюда, йо-йо. Спасибо за помощь, Джейкоб, йо. Удачи, братишка, йо-йо-йо, йо-йо. Но хоть хорошо мы с вами разобрались, какие задания все-таки выполнять. Назвонились, нашли задание. И все у нас хорошо. А тем временем мы будем проходить следующее задание, но уже в следующей серии. Пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю отличных выходных. До новых встреч. Пока. I don't know.